На сцену приглашается Федукович Роман, детская музыкальная школа искусств номер 13, город Минск, 5 класс, учитель Немытько Илья Владимирович. Сергей Тихонов, прелюдия и фугетта. Фридрих Бухмюллер, этюд до мажор. Григорий Шендерев, импровизация на тему Курта Вайля, Мэки Нож. Thank you.
сцену приглашается Асовик Самуил, детская музыкальная школа искусств номер 7 города Минска, 7 класс, учитель Фролова Дарья Геннадьевна. Николай Мисковский, фуга в старинном стиле, ми-минор. Иван Яшкевич, сонатина в классическом стиле, ре-мажор, первая часть. Александр Пожарицкий, звездный вальс. И русская народная песня «Выйду на улицу» в обработке Николая Натюка. Thank you.
приглашается Лемешевская Елизавета. Детская школа искусств номер 1 города Минска. 6 класс. Олег Блох. Старинный триптих. Праздник деревни. Танец. Застольная. Евгений Дербенко. Бывайте здоровы. Thank you.
Илья Владимирович, Иоганн Пахельбель, прелюдия и фуга ми-минор, Вячеслав Семенов, болгарская сюита, Владимир Грушевский, токката номер 2.
И я приглашаю на сцену еще одного исполнителя. Это номинация «Сольное исполнительство», 4-я возрастная группа «Баян». Чепурин Иван. Аршанская детская школа искусств номер 1, 7 класс. Учитель Денисенко Павел Эдуардович. Иоганн Себастьян Бах, прелюдия и фуга «Ре минор». Этьен Анри Мигюль, соната. И Павел Денисенко, рок-шутка. Thank you.
Thank you.